Привет всем, привет всем. Ну, в общем, хотел открыть немножко тайны по поводу моей работы. Я работаю системным администратором, и часто мне приходится собирать компьютеры. Поэтому часто, когда на стримах вы сидите, я разговариваю о том, что это компьютер хороший, это компьютер плохой. Но вот иногда я сам собираю такие компьютеры, которые бы многим мог не посоветовать. Причина элементарная. Как вы знаете, что сейчас бюджет у всех ограничен, денег ни у кого нету, и все хотят, чтобы было подешевле, помощнее, понавороченнее, и поэтому в магазинах купить не получается. Приходится сидеть на Авито, выискивать какие-то запчасти, какие-то детали, в общем, собирать компьютер из подножного корма. Как вы понимаете, что с Китая мне заказывать хорошие вещи часто не дают, потому что нужно долго ждать, нужно долго заказывать. В общем, неприятно. А такие вот вещи с Авито иногда выдергиваются, иногда даже получается из них компьютеры. Но что я думаю лично об этом компьютере, конечно же, в конце этого видео. И помните, нельзя собрать хороший, нормальный компьютер за дешево. У вас это просто не получится. 4 ядра 8 потоков 2011 год выпуска. И даже сравнивая с современным i7, видно, что как минимум в количестве нанометров он превосходит современника более чем в 3 раза. Вот умели все-таки раньше делать, да? Остальное в компе по дефолту говномать. Говнодиск.